Всем привет, привет! Вы на канале Цвета Фантазии, с вами я, Диана. Сегодня хотела поздравить всех со Старым Новым Годом. Вот, у нас сегодня Старый Новый Год. Пускай все ваши желания исполняются, чтобы у вас все, что вы пожелаете, чтобы у вас исполнилось. Ну и у меня тоже. Вот, я эти дни обещала записать видео, но никак у меня не получалось, потому что... Вы знаете, на самом деле, когда я говорю, главное нам здоровье, да, это правильно, то я болела, это лежала в больнице, значит, с этим воспалением легких, то у меня муж, я пришла, и муж у меня потом заболел, и очень сильно, вот только-только вот в себя пришел, я думаю, ну все, сегодня уже точно побегу записывать видео. Вот, у него тоже с легкими проблемы, сейчас вирус какой-то этот непонятный ходит, ну не буду уже на камеру, как говорится, вас... Тут это говорить всякое такое плохое. Но на самом деле вообще берегите свое здоровье все. Вот, чтобы у нас все старые, вот это все осталось там, в том 23-м году, а новое уже мы приняли уже в 24-м. Принимаю 24-й год. Вот, чтобы у нас было все хорошо. Так, я обещала записать видео. У меня в комментариях Анжелика написала, хотела посмотреть. Как я делала вот эту картину? Это у меня была пробная работа. Вот, видите, она маленькая. Все думают, она большая. Я просто пробовала, можно ли так сделать, да? И вот я сделала вот такую вот картину. Ну, картину. Ну, она неплохо смотрится, хорошо. Вот такая, видите? Значит, что здесь я делала? Я себе понаделала вот таких вот... Вот такие конусы, да? И внутрь я, значит, залила туда, внутрь этого конуса, акриловую краску. И я сделала несколько разных цветов. Вот они у меня все есть. Вот видите, да? Сейчас я так поставлю. Вот. И копер, и серебро, и белый даже, и темного цвета. Вот я делала. Видите, вот такие. Кто не знает, вы можете посмотреть на ютубе. Есть вот такая, ну, как можно сделать контур. Своими руками контур называется. Можно использовать другие контуры, да, не обязательно вот эти, но я это уже сделала для того, чтобы, ну, сэкономить, потому что те контуры очень дорогие, и они на мало хватает. Вот, я примерно сейчас покажу вам, какие бывают. Вот, смотрите, вот такие контуры. Вот, видите? Ну, так как здесь очень мало, да, а когда ты рисуешь, и тебе нужно много, вот, и поэтому выгоднее, конечно, сделать вот вот такого типа контуры. Видите? Они тоже удобные, ничем не отличаются. Можно сделать вот таких разных цветов. Но есть еще, когда, например, делаете контуры, вот я это просто заливала сюда краску, да, а можно сделать ее еще и текстурной. Смешивается текстурная паста с краской и тоже заливается вот в такой конус и начинаете рисовать. Но это уже другая тема, в общем. Это у меня не текстурные, это обычные контуры. Так, и сделала вот такую работу, да, сейчас я вам покажу. И вот я попробовала сделать, вот такая же у меня работа была, но это была заливка, да, но ничего интересного вот я тут не нашла в этой заливке. Там что-то делала, цветы какие-то, да, а потом думаю, дай-ка я попробую вот обвести контуром. И посмотрите, какая красота получилась, вот, видите, супер. Вот, можно свои заливки, которые, например, вот, если вы уже видите, что, ну, например, они у вас остались дома, там, ну, что-то поменять, можно вот так вот какие-то цветы сделать, ну, что хотите, короче, можете делать. Вот примерно вот такая у меня заливка, здесь можно тоже добавить какие-то цветы, в общем, да, но сегодня я буду показывать на белом, как я делала на белом. Так, сейчас я это убираю. Только бы не испачкаться, а то опять я одела, свою это, рабочее. Смотрите, я взяла вот такие цвета, надеюсь, всем там видно, да, вот такие у меня белый, голубой, фиолетовый, ну, немножко зеленого и черного взяла. Черный я взяла ивори вот такой, он не сильно прям темный и не сильно такой, ну, вот такого, такой прозрачноватый вот ивори. Вот, нам нужны будут губки, обычные губки, вот такие вот, видите, да, я купила себе, хотя у меня очень много кисточек, наверное, ни у одного художника нету столько кисточек, которые рисуют, как у меня, которые не рисуют вообще,
И у меня столько кисточек, я один раз вам покажу экскурсию. И кисточки, и краски все знаете, у меня очень много. Когда-то покупала, но сейчас уже, правда, ничего не покупаю. Вот. И это самое. Вот такие вот для посуды я взяла, обычные. И буду сейчас ими пользоваться. Смотрите, я беру вот такую, вот, ну, любую можете взять, какую, какая губка у вас есть. У меня вот они разные. Немножко вот так смачиваем водой. Вот чуть-чуть, да? Вот прям у меня уже белое есть на этой губке. Вот. Просто смочила, выжила. Да? И начинаю делать какой-нибудь, ну, такой фон для этих цветов, ну, чтобы цветы рисовать. Тут вообще все на интуитивно. Все, что хотите, короче, можете нарисовать прям. Ну, берем сначала белого чуть-чуть вот так. Немножко беленького, да? Так, сейчас у меня руки... Мне надо вытереть сначала руки, чтобы не мешались, это не капало. Так, беру такой беленький, значит, да, ну вот слегка прям. Дальше. Ну что можно? Давайте добавлю. Ну, здесь вам, наверное, видно или не видно, не знаю. Сюда, что ли, ставить, да, наверное. Как? Так. Да, вот так. Вот собаки мои на улице. Немножко вот так вот. Голубенького, да? Прям вот слегка. Чуть-чуть беленького здесь было. Вот. Ну, в общем, интуитивно, как хотите, светло-голубой, темно-голубой, какой вам нравится, такой и делаем. Это просто как типа небо наше. Вот, я прям слегка провожу, ну, чтобы полосочек не оставалось. Сейчас у меня мокрая она. Дальше. Смотрите, сейчас сделаем вот так чуть-чуть. Может, я это поменяю, потому что полосочки остаются, то, что она очень мокрая. Thank you.
вот, мои дорогие, у меня закончилась зарядка, и мне пришлось теперь заново еще теперь продолжение записывать. Не знаю, будет две части, может, а может быть, сразу соединю, и будет одна. Получилось вот пока вот так. Вот. Видите, она уже подсохла. Ну вот, кто как может, так и, значит, делайте, да? Теперь давайте попробуем. Я вот говорю, вторая, это уже третья моя работа такая. Значит, берем. Вы можете, знаете, нарисовать сначала там какие-то, да? Ну, это кто как... Если рисовать умеете, то не надо. Если примерно не умеете, как я, значит, просто где-то или отметьте, или... Ну, вот карандашом можно нарисовать, например, что здесь будем делать, да? Ну, я бы, конечно, хотела что-то вот такого типа. Сейчас попробую. Так, давайте попробуем вот так. Хотя не хочу я карандашом рисовать. Давайте-ка я сразу. Так, что делаем? Мы можем делать любые цветы, какие хотите. Так, сначала проверяю, конечно, я свой... Как он тут пишет, не пишет. Сейчас я проверю. Вот. Оно немножко подсыхает. Вот так вот просто берем. Вот, сделали вот так. И пробуем опять выжать. Вот оно у меня... А, вот, все. Видите, вот, все, работает. Значит, смотрите, давайте попробую сделать любые цветы, какие хотите, такие рисуем. Ну, давайте попробую. Вот пока вот так. Вот раз. Пусть будет так. Окей. Это один. Так, здесь чуть повыше можно сделать, например, вот такой цветочек. Как бы он смотрит. Вот. Что-то типа этого. Она будет проходить вот сюда. Так, это у нас будет проходить... Предположим, сюда. Да? Дальше. Что еще здесь нарисовать? Значит, здесь вот можно. Я даже не знаю, как рисовать здесь. Давайте попробуем. Ну, где-то в пределах, вот, может быть, вот так. Конечно, лучше бы сразу нарисовать, потом дальше, да? Ну, вот я решила так. Это так. Что здесь еще сделать? Ладно. Может, вот здесь что-нибудь. Не знаю, короче, как рисовать, я уже сама. Ну, буду пробовать, ладно. Можно делать, знаете как? Вот просто круги даже. Вот даже не нужно. Вот просто круги делаю я. Вот раз цветочек. Вот здесь где-нибудь еще один вот такой вот цветочек, предположим. Это два. Здесь чуть-чуть другие. Здесь чуть-чуть другие. Здесь можно сделать
просто вот такую вот штуку. Вот так. Она сюда куда-нибудь уйдет. Дальше. Это будет пускай зеленая. И это у нас пускай идет тоже вот сюда. Это вот так. Ну вот примерно я вам показываю, да? Вот здесь можно сделать, например, тоже какой-нибудь такой цветочек. Или там, я не знаю, что можно просто вот сделать вот такие вот. Ну вот, пускай даже так, даже так. Но я вам просто примерно показываю, что я делаю, да? Ну, пусть будет вот такая еще, бутон такой какой-нибудь. Дальше что? Здесь можно добавить что-нибудь еще вот, какие-то. Ну, такой еще вот здесь пусть цветок будет какой-нибудь. Так, что еще? Здесь вот что-то хочется мне еще добавить. Не знаю пока что. Вот, смотрите, как примерно я вам вот показываю, что я делаю, да? Здесь можно просто сделать вот. Вы можете просто вот так провести. Это тоже интересно. Можно нарисовать листики какие-то или еще что-то. Ну вот, я вам примерно показываю, что я могу сделать, предположим, да. Вот здесь вот можно, например, какой-нибудь тоже такого типа бутон, бутончик или еще что-то. Листочки можно сделать какие-нибудь. Так, ну не знаю, что еще здесь нарисовать. Я как-то не очень это, не очень рисовать умею, поэтому особенно на камеру это, конечно, для меня большая проблема. Такс. В общем, ну вот примерно что-то такого типа, да? Давайте вот здесь, может, какой-нибудь, ну, мне кажется, сюда что-то надо еще, вот сюда хотя бы одну. Ну, давайте вот здесь попробуем нарисовать. Вот такого типа. Типа тоже что-то. Дальше можно листики какие-то нарисовать, какие-то, предположим. Так, что еще здесь он может добавить? Я думаю, что даже здесь можно вот так что-то сделать, и не нужно. Ну, пусть будет вот такой цветок у меня здесь. Вот это я уберу сейчас. Так, чем убрать-то? Сейчас, подождите, уберу. Ой, куда я все это задевала? Вот оно.
принцип, короче, я вам показала. Вот. Вот это принцип такого типа можно сделать. Если можете рисовать красиво, значит красиво рисуете. Некрасиво, значит вот так как-то. Ну пусть будет этот вот такой вот цветочек. Куда-то туда смотрю, да? Можно маленький где-нибудь тут еще опять же нарисовать что-то. Что-то такого типа, такого. Размазал. Нормально. Что-то так. В общем, принцип понятен. Чтобы я долго тут вас не задерживала, а то и там уже 15 минут, и здесь я... Вот такого типа можно что-то сделать, да. Самое главное, сейчас я вам покажу. Даем это просохнуть. Даем просохнуть, да. И я вам покажу. Смотрите. Можно, значит, я размешала пигмент, да. Вот такой пигмент и у меня. И у меня есть полуретайн. Вот сейчас я вам покажу, чтобы вы поняли, что это. Вот с этой штукой, вот, One Coat Polo Retain, я смешала пигменты вот таких цветов, да? И я буду красить это пигментами. Сейчас попробую. Здесь одну. Но она еще не просохла, поэтому вряд ли у меня сейчас это получится. Ну, возьмем так. Давайте так попробуем. Оранжевый, например, сейчас. Вот такие пигменты. Я их размешала, и у меня получилась вот такая вот штука. И здесь мы даем просохнуть, да? А потом просто заливаем вот так вот. Сейчас, если я сразу сделаю, она у меня не будет так, как должна быть. А если я подожду, когда она просохнет, я просто залью. И получу вот такой интересный эффект. Эффект, вот, видите? Вот, это я смешала, значит, несколько разных цветов. Вот такие голубые я сделала, да? Можно или вот кисточкой сделать, да, предположим. Или даже не такой кисточкой, но, ну вот, где вот, например, ну вот можно вот этой попробовать даже. Вот, взяли, да, и вот так вот, раз, вот так вот, залили, вот именно заливаем мы вот эти места. И здесь будет даваться эффект совсем другой, не как на рисунках. Сейчас вот попробуем, вот один, предположим, да, сделаем один розовый сейчас. Сейчас сделаю вот такой розовый, например. Можно сделать по несколько. И здесь также. Вот, берем. Ну, аккуратнее, конечно, надо. Это еще не просохло. Если есть кисточка, значит кисточкой. Нету кисточки, значит делаю вот так. Это у меня уши чистки. Я его сейчас
полностью не буду закрашивать. Оно немножко сейчас постоит, подсохнет, да? И потом я уже вот здесь пройдусь, может быть, темным цветом снизу. Или же, наоборот, там сверху светлым цветом. Сейчас посмотрю. Так, подождите. Давайте эту еще вот здесь и доделаем. Вот она еще не высохла просто. Поэтому... И это надо дать, чтобы оно просохло. Мы заливаем, вот как бы. Если, например, ну, у вас нету полиуретана, вот такого. Если нету полиуретана, можете, знаете, чем? Вот есть такие краски, вот. Вот такие краски, это для стекла и керамики. Они тоже очень хорошо подходят. Вот такие, вот такого типа краски, которые мы рисовали по стеклу. У меня есть такое видео. Они тоже вот так будут эффект давать такой же. Так, сейчас попробуем еще другим каким-то цветом здесь. Вот у нас здесь зеленые есть, желтые есть. Вот у меня есть, значит, такой зеленый цвет. Но он не очень, конечно, хорошо. Хорошего такого прям пигмент какой-то непонятный у меня здесь. Это тоже, по-моему, темно-зеленый. Да, это вот темно-зеленый. Перед этим надо размешать. Вот видите, я их размешала до этого. Пигмент осел вниз. Вот, надо просто размешать хорошо. И вот тогда уже можно использовать. Это темно-зеленый был типа.
Все, все остальное уже буду делать без вас. А потом вам покажу. Смотрите. Вот, чтобы вам видно было. Видите? Вот такие точки. Вот. Просто я сделала и все. Вот сейчас здесь то же самое буду делать. И дальше уже дорисую и все. Вот видите, как смотрится. Вот когда оно высохнет, оно будет вот такой блеск давать. Видите? Это не то, что акриловая краска, а она вот когда высохнет, она будет вот так же блестеть. И получается, что мы делаем, как бы, ну, заливаем вот эти цветы, значит, ну, вот этой полуретайн с пигментом. Видите, как красиво? Вот эти, почему пузырьки? Потому что я сразу размешала, да, и сразу сделала. Но я еще сейчас второй раз пройду, да, и получится вот так. Вот. Думаю, что я уже понятно объяснила. Все, теперь всем пока-пока, мои дорогие. Я тут уже как смогла вам показать, так и показала. Мне когда видео срывают, я уже все, я не могу, у меня нервоз начинается. Позвонили, сорвали, сказала, записываю, мне не звоните. Нет, все равно позвонили. Ну, в общем, не буду сейчас портить настроение. Всем пока-пока, до новых заливок, до новых встреч. Вот, я не знаю, может быть, я скоро уеду, опять же, буду записывать вам уже, значит, посмотрим, не знаю, может, уеду, а может, еще не уеду. У нас есть, как бы, хотим поехать в Армению, но пока не знаем, еще точно не решили. Но если решим, я, значит, напишу, что я уже уезжаю, поэтому пока буду дома, еще запишу вам видео. Всем пока-пока. Ставьте лайки, дизлайки, кто как хочет. В общем, всем хорошего настроения. Надеюсь, у всех сегодня появилось настроение после моего видео. Потому что вот если говорят, не умеешь делать, ну не делай, да? Ну, мне, не знаю, мне нравится. Вот, смотрится неплохо, видите? Интересно. Можно сейчас еще что-то добавить? Я сейчас добавлю сюда, так. Не смотрите, что я просто сделала, я что-нибудь сейчас добавлю. Вот, и получу, ну, вот оно примерно, вот видите, здесь только желтое все, тоже пигмент, а там у меня уже будет цветное. Все, мои хорошие, всем пока-пока, сори за это видео длинное, ну, ничего, ладно, Диана будет меняться. С Нового года будем что-то делать по-новому. Всем хорошего настроения, пока-пока. Так, ну, вот смотрите, результат вот такой, еще не подсохло. Но уже смотрится оригинально. Вот. Вот так вот получается картина. Можно сделать побольше цветы, можно поменьше. Но это я вот уже, видите, тут все как попало, в общем. Потому что сегодня видео как-то у меня не получилось нормально. Буду сейчас пробовать вам это показать, как я это сделала. У меня просто сегодня немножко настроение такое, у нас ребенок болеет, и я как узнала, все у меня сразу, ну, как-то все в это неправильно пошло, но все равно хорошо получилось, слава богу. Так что вот так, мои хорошие, вот так вот Диана сегодня натворила дело, называется. Надеюсь, вам понравится. Ставьте лайки, пожалуйста, чтобы видео смотрели. Ну, кому не нравится, естественно, дизлайки. Пишите комментарий. Вы знаете, как я люблю отвечать на ваши комментарии. Все, всем здоровья, добра, всех благ. Пока-пока.